Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Dudji S40 можно выполнить первоначальную настройку устройства. Для этого мы с вами выбираем наш язык, нажимаем «Начать», подключаемся к мобильности, либо пропускаем. Подключаемся к Wi-Fi, вводим пароль. После чего можем скопировать приложение и данные, либо нажимаем «Не копировать». Вводим адрес электронной почты. Нажимаем «Далее», вводим пароль. Далее нажимаем «Принимаю». После чего настраиваем дату и время, но если она правильно, нажимаем «Далее». После чего нажимаем «Принять». Можем сейчас сосканировать отпечаток пальца, либо нажимаем «Пропустить». Можем добавить пароль, либо нажимаем «Не сейчас». Нажимаем «Далее», нажимаем «Разрешить» и говорим «Окей, Google» 3 раза. «Окей, Google», «Окей, Google». Нажимаем «Далее», «Готово». «Нет, спасибо». Соглашаемся с одним с другим, нажимаем «Принять и продолжить». И вот и все, теперь мы можем нормально пользоваться нашим телефоном. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!